О, видишь, как замечательно у тебя получается. Так-с. Ну, давай. Ты спиной к камере не стой, а как ты сбоку. Понял, да? Ага, даже вот, ну, машу. Получается, все нормально. Мне легче, да, когда дети абстракцию рисуют. Вот так сиди с ними, знаешь, да? Мамке звонила, она заболевшая, да? А ты как работаешь-то это самое? Особо ты не размазывай, так, чтобы так ночью были. А кто говорил, что он черный-белый, он же цветной. А сколько он может стоить, интересно? Ну, не знаю, рублей 500 максимум. Выкидывать его не надо, его кому-то подарить даже можно, если не продать, или менять на что-нибудь. Он красный. Вот художество, кстати, вот это вязаные какие-то вещи, уховок там, чуть-чуть вот это она продавала, это вот на фестивале. Вот это кто-то стоит в национальной одежде, это свояси, строго свояси. А что ты там показываешь? Вот тут еще. О, русская одежда. Пусть тут постоит, посмотрим, что с ним будет. Сгорит или не сгорит? О, какой коричнево-сиреневый гамме. Даже классно. Приятная гамма такая. Это как до революции делали почтовые марки в 50-х годах 19 века. Хорошо подбирали цвета, там как бы гармоничные эти цвета были. Коллекционеры любят, они красивые. Царских времен. Сейчас пытаются все воспроизвести, это то же самое, у них ничего не получается. Что-то похожее, но оттенки не те. Не то, что в экспедиции заготовления государственных бумаг. А там было гораздо лучше. Ой, какая. О, ну что? Что, не сгорел? Красота какая. Что там? Подмаргивает, подмигивает, покажется. Что же он подмигивает, типа, такой? Ну, понятно. Позвишим. Это что такое? Сайз. Так, теперь. Да, нормально у него сайз. Контраст. РГБ. Зум. Это что такое? Шарпнес.
30 лет. Ну. Молодец, молодец. Да, узнай стоимость. 470 страниц. Ну, я мемуары написал там про партизан. Узнаю. Ну, так рукопись хочется, чтобы в виде крышки была, согласен? Чем она? Сейчас из-за этой войны так дурдом, все цены подняли, все камни. Узнаю, это надо будет вечером или завтра, он скажет, потому что он как бы не любит это, допустим, будет его считать, я ему напишу, он... Там один человек печатает и бригада. Так, это тема интересная. Если же если продавать, то лучше, конечно, стулья настоящие. Это как бы облагородить сложно, даже абстракция или нет. И, например, если ему ножки сделать там какие-то, не знаю, золотые или черные, фиг его знает. Да. Такая страшная железная конструкция. Причем я в школе работал, у меня детки умудрялись вот такое ломать. Интересно. Вот такие ножки железные, вот такие отламывали. Как они это делали, не знаю, но у меня это получалось. Вот как-то получалось. Как-то получалось. Напишу нашему Крутикову. А я знаю Крутикова. А? Я ходила, я с тобой в Питер ездила. Что ты говоришь? Я же с тобой в Питер. А ты же была у него, да? Ну, не спорю, сколько книжка стоит. Не, она будет стоить, например, гораздо меньше. Может, рублей, не знаю, сколько сейчас. Да нет, рублей 300 она будет стоить. Ну, 300 хорошо, я побольше закажу тогда. Вот, ну он это самое, он там качество хорошее, суперское качество. Да я видел это, давала мне Диана, это реально книжки. Ну напишем. Что мы напишем? Ну позвоним. Значит, книжек таких две. Да у меня вообще-то много книг, слушай, пока две. Потом еще, ну, у меня готовых уже целая куча.
Ну, сейчас две, да. Обе по 470. Обе. Я больше не делаю, чтобы, ну, понимаешь, да? Для тонких. Обложечка цветная, да? Да. Обложку я сам там делаю, дизайн. Так. Мне меньше работы будет. Вы дизайнер сильнее, чем я. Да у меня это все стоит на странице сейчас. Сейчас я посмотрю. Красного нету. Выключу. Так. 11 минут. Так.